Тетраморф с древнегреческого – четырехобразный, четырехвидный. Это крылатое существо из видения пророка Иезекииля, жившего в VI веке до нашей эры, имеющего четыре лица. С одной стороны – это человек, с правой стороны – это лев, орел с левой стороны и бык. В Откровении Иоанна Богослова тетраморф представлен в отдельных четырех апокалиптических сущностей, которые являются стражами трона Господа или четырех пределов рая. Как, например, на византийской иконе XIV века, где апокалиптические звери представлены по четырем сторонам от мандрала, окружающей Спасителя. Или на фреске XVI века из метеор. Позднее эти животные были истолкованы как символы четырех евангелистов, и термин тетраморфы стали применяться к описанию их иконографии. Матфей в образе ангела, Марк в образе льва, Иоанн в образе орла и Лука в образе тельца. Их мы часто встречаем в иконографии и в книжной миниатюре. Широко известны символы евангелистов из Евангелия Хитрово XIV века. Для древнерусского шитья применение символов евангелистов характерно для плащаниц Спасителя. В углах средника или на каймах вышивали или самих евангелистов, или их символы, тетраморфов. Вышивали их в разной технике. Например, на плащанице из Сергиево-Посадского музея-заповедника 15 века из серии так называемых голубых плащаниц символы евангелистов в виде тетраморфов вышиты золотом в прикреп, а прорезь вышита шелком в раскол. А на плащанице вклада архиепископа Ефимия в Хутынский монастырь тетраморфы вышиты шелком в раскол. Для того, чтобы освоить пластику стежка, очень хорошо попрактиковаться на вышивке тетраморфов, где вышивка осуществляется по форме. Поговорим сначала о прорезях. Подготовкой к вышивке является создание линейного рисунка прореси и цветового макета. Примером данного процесса послужит символ евангелиста Марка – лев. Данное изображение закомпоновано в круге. Для построения рисунка не потребуются оси, так как рисунок несимметричен. Для начала необходимо определить размер фигуры, чтобы она не была ни слишком маленькой и не слишком большой по отношению к окружности. Также фигура не должна сильно смещаться влево или вправо, также вверх и вниз. Соблюдаем равновесие. Хотя отдельные части, элементы могут немного выступать сильнее, как, например, в данной фигуре. Крыло приближено к краю окружности, лапка. При построении рисунка пойдем от общего к частному, то есть от более крупной массы уже к более мелким и более мелким деталям. Будем находить общую массу, центром которой является туловище, и его уравновешивают другие части: крылья, лапы с Евангелием, нимб и хвост. Приступаем к созданию рисунка. Определяем местоположение фигуры. Линии не следует рисовать слишком яркими, потому что в процессе определения места фигуры линии будут передвигаться. Не спешите прорисовывать сразу мелкие элементы. Здесь желательно сразу взглядом охватывать всю поверхность окружности, чтобы, проводя линию, вы примерно представляли, где окажутся, на каком расстоянии соседние линии.
приблизительно фигура уже встает на свое место, но пока еще мелкие элементы не трогаю, потому что точно еще неизвестно совсем, окончательно ли на место встали те или иные детали. Даже можно проводить линию насквозь, например, от крыла и к шее льва, как бы прослеживая пластику рисунка. Так становится понятнее, на своем ли месте располагается линия. Не бойтесь того, что получается много линий, что рисунок выглядит пушистым. Это потом все убирается ластиком и оставляются только необходимые. Можно сразу отметить местоположение, месторасположение ушей. Они помогают сориентироваться в размере и в ракурсе головы. Когда рисунок постепенно проявляется, лучше просмотреть все линии. То есть прослеживаем, на каком уровне проходит спина и на каком уровне заканчивается голова. На каждом этапе рисунка необходимо отслеживать себя, свой глазомер. И еще раз смотрим, да, расположение фигуры в окружности. Что еще требуется в нашей композиции? Надпись. В данном случае она не помещается. Значит, фигура немного ушла вправо. Поэтому нужно ее пододвинуть. В принципе, вся фигура похожа, поэтому просто немного сдвигаем линии. Лишнее убираем, чтобы они не смущали. Таким образом, двигая линии, мы определяем окончательное местоположение фигуры. И у нас получается вот такой промежуточный вариант. Приступим к прорисовыванию мелких деталей. Начнем с крыла. Крыло состоит из плечевой части, ее здесь не видно из-за нимба практически, потом округлая вершина, которая переходит в длинные перья. Перьев длинных бывает 3, бывает 5. У нашей фигуры их 5. Вот эти длинных 5 перьев. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше идут короткие маленькие подкрылки. Приступим к прорисовыванию головы. У нас есть центральная ось, так как лицо немного развернуто. Этот ракурс называется 3/4. Ось смещена немного влево. И на ней уже выстроены горизонтальные оси, которые отмечают местонахождение бровей, глаз, также носа и рта. Теперь уточняем ее. Нимб, когда он маленький, очень удобно рисовать, пользуясь вот такой линейкой. Просто подбираете нужный диаметр
потому что циркулем маленькие окружности рисовать сложнее. Прорисовываем линии, изображающие мех льва. Видите, что по своему ритму они напоминают, как бы перекликаются с перьями крыла. Продолжим мы прорисованием Евангелия и закончим уже пальцами и хвостом. Как вы думаете, надо все это, да? До конца уже дорисовывать его? Ну да, давайте дорисуем. Я думаю, что мы будем просто... Ну тут уже недолго на самом деле осталось, да? Какие-то фразы оставлять на... Ну да, нужные. Ну и завершением иконописного изображения всегда является надпись. Колорит эскиза определил цвет, заготовленный для композиции ткани. Он не ярко-зеленый, такой теплый, оливковый оттенок имеет этот зеленый цвет.
А нити не совсем, по идее, подходят к тональности, поэтому мастерицы будут выкрашивать их корнем марены. Начинаем с фона, подбираем цвета, краски под создание этого теплого оливкового зеленого цвета. Разберем пластику стежка у льва. В первую очередь посмотрим глаза. Вот здесь очень хорошо нарисованы на прорези глаза под вышивку маленького лика. Здесь сохранена только верхняя века и радужка. На маленьких ликах это самый удачный вариант для вышивки. Начнем с носика. Мы продолжим линию бровей. Перейдем к носику. После этого мы завершим бровь, плавно выведем на подбородок. Таким образом очертим лик. Прошьем линию бровей. Сделаем под глазом несколько стежков основным тоном, выделяя глаз. Бровь другую подчеркнем и начинаем зашивать лик. Здесь очень легко идти по кругу таким пластичным стежком, повторяя линию рисующей. Линию на изгиб, которым завершается верхняя часть крыла. Это крыло. Просто повторяем линию прорези перьев. Нимб двигаемся по кругу, начиная с наружной части, уходя вовнутрь. Евангелие вертикальными линиями зашиваем. Вставочки можем вертикально, можем горизонтально. Здесь вариант несколько другой, чем на тельце. Если вы вышиваете клейма, все четыре клейма на один предмет, то в данном случае вам надо будет выстроить вставки везде, на всех Евангелиях одинаково.
Кружочек можно шить по кругу или вертикально, но на всех четырех символах одинаково. Мы простирали бортовку, растянули ее на пяльце. Теперь прикладываем паутинку, ткань, на которой мы будем вышивать, и все это растягивая, приметываем. Теперь выберем нитки под наш фон. Мы берем голубой фон. И из вариантов возможных, выкрашенный холодным крашением белый шелк и коричневая прорезь, или выкрашенные ольхой с алюмокалевыми квасцами и медным купоросом. Вот этот вариант более предпочтительный, потому что на голубом фоне эти нитки более холодные и поэтому более контрастные. Приметываем прорезь. Начинаем вышивку прорези. Все доличное, в данном случае это тело и крылья, и нимб, и евангелие, мы вышиваем контурным швом. Он у нас мелкий, потому что образец небольшой. Следим за тем, чтобы у нас направление петельки стежка, которое мы направляем в наружную сторону, всегда было в одну и ту же сторону. Когда нам надо закончить, мы делаем маленькие закрепительные стежочки, пряча их в шов и обрезаем, оставляя 5-7 миллиметров. Ну вот работа вышита. На пяльцах мы прогладили утюгом с паром, дали высохнуть и после этого сняли с пялец. В результате ткань хорошо приклеилась к бортовке, и затем уже это клеймо можно перекладывать или на плащаницу, как вот в данном случае, или на любой другой подходящий предмет церковного обихода. А по кругу шьется нимб. Ну и последним уже акцентом вышивки это вышивка букв. Здесь уагиус, марк. Миленькими-миленькими стежками в раскол. В этом уроке мы освоили пластику шитья. Узнали, что такое гравюра стежка. Сделали первые шаги вышивки лика. Результатом нашего урока стали вышитые символы евангелистов. Куда их можно применить?
В первую очередь это, конечно, для плащаницы Спасителя. Можно также украсить ими пелены или воздухи. И хорошо сделать из них закладку для Евангелия.